13 августа 2013 года. В Московской области группой туристов было запечатлено на камеру загадочное существо, имевшее человекоподобные формы, но бывшее намного выше, с белым оттенком кожи и без лица. Запись попала в интернет, где сразу же стала популярной. Через некоторое время в интернет попало еще одно видео, снятое в период с 20 по 22 июля. Его снял человек, которому чудом удалось спастись от лап этого существа. Сопровождающая его девушка пропала без вести. Вследствие продолжительного расследования подтвердилось самое страшное. В последующее время исчезновения туристов на территории России приумножались, росли с каждым днем и продолжаются до сих пор. Капец, я уже час жду этот гребаный, мать вашу, автобус. Настолько здесь плохо с автобусами, я прям не знаю. А мне сейчас еще на экскурсию. Просто капец какой-то. Ого, кошечка. В общем, сейчас я жду экскурсию, там моя группа набирается. И скоро я отправлюсь на Большой каньон. Преодолевать горы, реки.
убирает. Вот отсюда, посмотрите, пожалуйста, направо, назад чуть-чуть. Он крокодил такой. А у него вторая голова есть. Вот вторая голова сейчас на фоне леса плохо видна. Но она более жестокая. Нет, она более справедливая. Она сжирает тех туристов, которые берут билеты на экскурсию, не фирмы «Командор». Вот. А черепа их на свидание, видите, вон выставляет. А, видите, он черепа. С скорыми глазницами нас смотрят уже, но уже поздно. Так что имейте в виду, где брать и с кем ездить. Вон, видите, черепов немного, в основном все с «Командором» ездят. Увидели, да? Молодцы. Ну вот, кто умеет ориентироваться по солнцу, видите, что мы повернули на 180 градусов, как я вам обещал. Кто нас сидел сзади, теперь светит спереди. Черепаха убежала налево теперь. А за стеной мы заезжаем в Юг-Сюрень, большая крепость, село. Танковое называется сейчас. А за стеной справа деканат гимназии для одаренных детей. Содержатся на деньги Турции, поэтому... А турки считают, что одаренными детьми могут быть только мальчики. Учатся только мальчики. Где-то 40-45 человек за раз. Изучая 5 языков, потом их выпускают отсюда, и я нигде, ни в Крыму, ни на Украине их не видел потом. То есть идет вымывание мозгов куда? Куда-то за границу, для себя они это и делают. Отлично, мы только что приехали. Вот это вот наш такой автобус. Как видите, он довольно-таки неплохой. Заглянем-ка внутрь. Это тропа чайников красная, по ней все группы ходят практически. Есть тропа суперчайников, видите, она короче еще немножко. Вот. Мы пойдем, как договорились, тропой «Командора», она начинается вот здесь. И идет она между теми, 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 теми. Это там самое интересное. Значит, идти по ней мы будем, значит, один за одним потихоньку. Ну, а обувь у всех вообще нормальная, да. Вот. Это имеет большое значение. Никто с тропы не сходит, вперед меня не забегает. Не потому, что я хочу впереди вас идти и командовать чем-то. Просто вы знаете, у нас Крым не маленький он вообще-то. И вот когда фотографировать кто-то хочет, вот здесь стоит человек, я говорю, что стоишь? Красиво. Я говорю, иди сюда. Вот так вот делаем два шага. Когда становится человек, руки опускает, сейчас шикарно. Потому что, ну, поверьте мне, я эти все места знаю и хотел бы, чтобы вы сняли побольше. Там интересно, нет. Все не снимайте, еще раз говорю, потому что здесь снимать можно начинать это дерево и все 2 километра, но просто вы когда объедните свои эмоциями на первых 300 метрах, видите, как красиво.
такое тоже бывает. Как правило, обратно пойдем, а обратно пойдем к рабочей чайник. Минут 45-50 у меня. Да. Ну, сейчас смотрите, я это знаю. По переходу через речку. Можно приходить через речку. Посмотрели с этого берега на тот берег. Вот это, вот, и вот еще. Это речка, поверьте мне. Не думайте, что будет что-то. Вот. И лежат там камешки. Ну как камешки? На дне потом лежат. Вот посмотрели отсюда и до тут посмотрели. Так, прыг по камешкам. Эффект велосипеда. Пока вы двигаетесь, вы идете, остановились. Ну да. И намочили красоту. Это поэтому. По приемному там ходить будет там. Я скажу, если это будет красоту, приемно будет. Они как бы охранники у нас. Они ничего не хотят. Придется там прыгать пару раз сверху вниз. Прыгать на две ноги. То есть толкаете даже одной ногой, допустим, а приземляться на две ноги мягенько, как зайчик. Ну, а парашютисты, зайчики и так далее. У нас был момент, там не совсем приятный для меня. Одна дама из Севастополя, лет 45, прыгает из Севастополя. Прыгает на одну ногу, приземляется вот так жестко, принимает позу, мама моет пол, пробегает метров 5-7 и врезается бровью в скалу. Вот. Она ее разбивает. Нет, скалу. Бровь! А я в зеленке 2 дня ходил потом после этого. Даже не доводите до этого дела. Это раз, это два. Часть идет сюда, а часть останется там. Давайте посмотрим. Что такое 3 шага, если вам показать? Чтобы двери не видели. Вот сюда ставим, что видите, от леши улыбаются, ладно, подниматься. Ага. А вот они не видят этого дела. Они вот сюда подойдет. Да. Вот что значит 5 шагов. Вот, видите? Смотрите. Ну, он улыбчивый такой, подмигивает. Главное, почти до тех. Да идите сюда, что там? До тех, вот весь вей, ствол пустой внутри, а дерево живое. А как это может быть? Крым? Что вы хотите? Помните, как там у этого Федора Стрельца, у Дола Молодца? Я, ребята, все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. Вот сейчас вы в июле и в Крыму. И в Крыму. Да. Можно внутри, да, сфотографироваться. Не, ну это я просто вам показываю, не обязательно, что мы там будем каждый раз останавливаться и упираться. И... Пойдемте. Руки еще я забыл, пропало тебе одно, она потом ломается и вот этим местом попадает вот сюда. Ничего. Да. Я не мешаю людям страдать, поэтому. Руки в карманы. Не суйте. Потому что люди иногда падают. Бывает неожиданно. Вот, по теории больших чисел. Руки. В 2009 году. Мы поехали в археологический лагерь, чтобы начать раскопки на одной довольно интересной местности. И нам нужно было сходить в лес за дровами. Мы встретили там это существо.
преследовало нас. Прошло не так много времени, в общем-то. Но с каждым днем оно меня найдет и сделает то же, что и с остальными. Ты их уволена. Ну, кусаешь, так неудобно, что мне просто лень на эти семечки купить пойдем. Паша, не тройся, но это равно. Вот плачущая скала, видели? Давай, давай. Узнали? Она почему зеленая? Потому что воды больше. Поверьте мне, вот это все бывает дном, где мы сейчас с вами идем. Бывает такое у нас. А когда воды много, там наверху родник вообще-то. Нет, пойдите ее сюда. По ней течет вода. Вы на заставили. Мешай людям. Вот наполняется. У нас был момент, когда одна там девочка из Питера припала. Какая вода вкусная, яблоком отдаешь. Нет, я помолчал, потому что дальше там стоит палатка. Две палатки. Две девчонки моют голову там шампунем яблоком, а мужик чуть ниже носки стирает. Нет, для Питера это нормально. Может бегать вон. Вон дерево такое с дыркой. Вот его снять со всех сторон. Очень здорово получается. Хорошо. Туда и обратно. Иди сюда. Дойдя вот до этого места, вы делаете следующее дело. Левой рукой, левой, берете, смотрите, вот место для левой руки, специальное, вот оно. Понятно, да? Время провести. Пальцем правой руки, вот этим ли, вот этим ли. Да. Вы упираетесь вот сюда и делаете три шага. Раз, два, три. А вот ты стоишь и смотришь, чтобы они не упали. Понял, да? Смотрите, как это делается. Взялся, уперся. Раз, два, три. Вроде не так сложно, ну да. Снимать лучше снизу. Не так сложно. Фотографировать. Вот с этого, вот с этого места. Вот вперед, вперед. Прозвучал звонок. Вот, здесь Сергей стоит, а тут у нас, да? Только не лезьте в кадр туда. А что там такое? Вон лезьте, что лезьте. Время обеденного.
там уже целая куча обнявших сидят лягушек. Слезай, дай другим посмотреть. Открыли, глотнули, закрыли, вылезли, дали, yes. Вот так вот бросили туда. И так три раза, понятно? Вперед. Да если бы он сам лицом повернулся. Вот, раз, два, два. А вон пока на студию не сходит. Ну, ты хочешь не пробовать воду, не сходит. Да она не холодная. Да. Вы прыгаете? Потом вывели наш аппарат. Как получится. Сергей, ты закрываешь? Лицом на камеру. Лицо счастливое сделано. Давайте, давайте. Нет, нам надо было. Это бы давай. Я плавать не умею. Это бы давай ясно сделать. Нет, встань. Как ты никак не смотри. Вот сюда. Щенок вот на ступени. Когда на ногами не перебирай, встань мне на ногами. Лицо счастливое. Воду не набери. Осторожно, камень сзади. 25, это 30. Это все. Лиз, давай быстрее, мы каждый путь потерял. А не сказать, что холодно? Да, я еду уже. Холодно? И что, два и три прыгни? Что? Я тут три не знаю. Куда ты поплыл? Ой, кухня, вода! Мальчик, открывай! Вот как вот по хребту идти. Где моя группа? Где все? О, рябина! Куда все исчезли? Куда все исчезли? Проклятие! Проклятие! Где все? Где все? Не знаю. Так, спокойно.
Спокойно. Так, я найду их. Я обязательно найду их. Надо только идти. Надо идти дальше. Может быть, кого-то найду. Такс. О, нет. Эта бутылка, она принадлежала кому-то из нашей группы. Господи, монстр их всех убил. Он их всех убил, всех. И командора в том числе. О, рябина. Надо бы и подкрепиться. А, черт. Время движется к вечеру. Я очень устал. Надо пойти поспать куда-нибудь. О, здесь в самый раз. И дерево есть, и все. Ай, ёкарный бабай. Такс, надо лечь. Опа. Отлично. Надеюсь, он меня не найдет. Так, камеру. Надо положить камеру, чтобы, как в прошлый раз. Ведь именно тогда она меня спасла. Так, вот так вот сойдет. Я здесь недалеко живу, и в тот день я, как обычно, прогуливался и делал всякие снимки, природы в основном. И когда я вернулся домой и начал просматривать снимки, один из них меня реально напугал до усрачки. Честно говоря, мне и сейчас жутко здесь находиться. И порой, когда я бываю дома один, мне становится крайне стрёмно. Yes, yes, yes.
Все эти поиски, это напрасно. Надежда умирает. Нет. Надежда умирает последняя. Я должен ее найти. Должен. Боже, где я? Где я? Что это за место? Похоже на какой-то старый заброшенный город. Возможно, тут кто-то есть. Ау, люди! Где вы? Ау, есть тут кто живой? Люди, ну в конце концов. Ау, люди! Ау, люди! Ау, люди! Люди! Где вы? Ау, есть тут кто живой? Люди, ну в конце концов. Люди! Ау, люди! Ау, люди! Ау, люди! Люди, ну в конце концов! Ау, люди! Где все? Где все?
Люди, ну в конце концов. Где все? Где все? Почему в этом городе абсолютно никого нету? Что здесь произошло? Ни одного человека, никого, никого, только руины. Вы, пожалуйста, отзовитесь. Мне здесь реально страшно. Нет, 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 не может быть. Нет, он снова меня преследует. Он снова меня преследует. Все повторяется, все повторяется, прямо как год назад. Сегодня же тот самый день, тот самый день. Ему было мало Оксаны, он решил и за мной снова. Господи, Господи! Ау, люди! Ау, люди! Сюда. Вот здесь это было. Мы, короче, с друзьями пришли сюда искать Витька, он пропал некоторое время назад. И мы ходили по всему этому зданию, кричали. Ну, я пришел сюда, и в то время мне показалось, как будто все вокруг затихло. Вот ни сверчков, ни птиц, ничего вокруг. И крики вокруг все тоже затихли. И потом я снова повернулся туда, вот на той крыше. И он там стоял, какой-то длиннющий, тощий мужик. Едва ли мужик, что-то очень-очень с натяжкой, напоминающий человека. Ну, я, короче, очень пересрал, я отсюда сбежал. И мы все оттуда в страхе сбежали, но друзья мне не верят. А Витька мы так и не нашли с тех пор. Боже, как все болит. О, боже, боже. Где камера? Все болит. Где она? Вот она. Вот она. Где черт? Так.
Боже. А, боль прошла. Так, где она? А, вот она. По ходу дела я упал с обрыва. Благо, жив остался. Уже стемнело. Надо идти дальше. Надо всего лишь навсего идти дальше. Знатно я упал, однако. Благо эти ветки спасли меня. Ладно, пойду дальше. Так, где моя камера? Ой, она еще записывает. Так, надо продолжать двигаться. Неизвестно, где он. Так, тропинка. Ой. Знакомое место. Так, в какую сторону мне лучше пойти? Направо или налево? Ладно, пойду направо. Ой, реально знакомое место. Такое чувство, что раньше я здесь был. Минутку. Неужели? Так. Ты только смотри на эту вот зеленую природу. Да уж. Я в свое время, помню, в леса часами ходил. О! Ха. У меня такая же, только настоящая. Он все это врет. Он постоянно врет! Твою ж дивизию! Я вернулся в этот лес. Где пропала Оксана? Неужели? Но этого не может быть! Этого не может быть! Я опять в том же лесу! Все повторяется снова! Опять. Все то же самое. Так, стоп. Надо вспомнить, что же было год назад. Ровно год назад. Повелся, иди дальше. Так, у нас тут разветвление. Вправо иди давай. Вроде бы направо, да, направо. Господи. Так, стоп. Точно. Мы дошли до этого места. Если я не ошибаюсь. Тут было два пути. Направо или налево. Я пошел направо. И с нами произошла эта история. И тогда я потерял Оксану. Ладно, пойду налево.
Надеюсь, в этот раз я сделаю правильный выбор. Блин, ужас, как тропинка-то заросла. Ее почти не видно. Так, стоп. Может, мне реально назад вернуться? Опять! Сколько он еще меня будет преследовать? Так, вроде все утихло. Я наткнулся на крапиву. Черт! Это вот. Так, он, скорее всего, там. Нужно что-то взять, чтобы задержало его. Хотя бы какой-нибудь камень, кирпич, не знаю, палка. Ладно. Это лучше, чем ничего. Он не оставит меня в покое. Он не оставит меня в покое. Если я ему не дался в прошлом году, он вернется за мной в этом. Так-с. Стоп. Какого... А, нет. О, нет, тупик. Ах. Он словно знал, что я вернусь сюда. Словно знал. Ах. Вот скотина, а. Так-с. Думаю, это мне подойдет. Причем хорошо подойдет. Ну-ка, hasta la vista, baby. Ну, давай же, ломайся уже, несчастная ты палка. Ай, ёпрасоте. Черт. Мне в лицо попало. Но это лучше, чем ничего. Придется возвращаться туда. Когда же закончатся эти мучения? Я уже второй раз здесь. Ого! Крот ямку разрыл.
Нормально. Интересно, а что там? Так, стоп. Это же выход. Выход. Нет. Ты до меня не доберешься. Не доберешься ни в этот раз. Ах. Вот оно спасение. Я снова выбрался. Боже мой, я снова выбрался. Так, стоп. Ёлы-палы, дорога ж вся заросла. Пойду по ней. Возможно, смогу добраться до кого-нибудь и вызвать помощь. Какого черта я так долго иду по этой дороге? Так, что там? Эй, народ! Народ, пожалуйста, помогите! Я здесь! О, нет. О, нет. Всего лишь разбитая машина. Черт, никого. Надо идти дальше. Тут все равно никого нет. О, нет. Зарядка на камере садится. Нет. Я знаю, ты где-то поблизости. Знаю, сволочь, где ты? Ты где-то здесь. О, нет.